Старший инспектор дорожно-патрульной службы, старший лейтенант Зыкин. Очень приятно. Попрошу ваши документы. Пожалуйста. Какой талон у вас в упаковочке? Это Трунов Валентин Павлович, наш новый директор автосервиса. Очень приятно. Вы, товарищ Трунов, во-первых, не пристегнуты. Совсем забыл. А во-вторых, вы ехали со скоростью 65 км в час. Тогда как на этом участке дороги скорость установлена 50 километров. Да что вы говорите? Вы передрощий знак видели? Нет, вы знаете, к сожалению, не заметил. Извините, пожалуйста. Надо быть внимательнее. Хорошо, буду. Вынужден сделать вам просечку. Петр, погоди. Тихо. Василий Кириллович, не мешайте, пожалуйста, инспектору заниматься своими служебными обязанностями. Вы вот что, товарищ Трунов, вы талончик выньте из упаковочки. Непорядок это. И будьте в дальнейшем внимательны. Инспектор Зыкин, здравствуйте. Так точно, попрошу ваше водительское удостоверение. Что такое, опять нарушил, да? Превысили скорость. Не заметил. Это что же, вы так талон и не вынули из упаковки? Вы знаете, каюсь, товарищ инспектор, совершенно закрутился, забыл, ни на что не хватает времени. Не знаю, что с вами делать, у вас талон и просечка за превышение, а вы едете 100. Ну и что? Как ну и что? Получается, злостное нарушение правил дорожного движения, пункт 9.2.1. Да, но ведь правила, они придуманы для усредненного человека, понимаете? Это среднестатистическое. Правильно, но ведь правила существуют для всех, на то не правила. Вот смотрите. Он, видите, стриж? Он летит, видите? Ну? А вон воробей чирикает, вон. Вот вы будете требовать от стрижа, чтобы он летал как воробей, а от воробей, чтобы он летал как стриж, будете или нет? Ну скажите, будете требовать или нет? От стрижа? Ну от стрижа. Нет, товарищ Трунов, в правилах пункт 9.2.1. Понял? Все понял. Значит так, тогда я предлагаю решать так. Вы оставляете у себя мои документы, и у себя в отделе будете думать, как вы меня накажете, там или штраф, или просечка, это сейчас уже не важно. А я вернусь в понедельник, и мы с вами все вопросы решим. Товарищ Трунов, у меня самолет. Кстати, инспектор, что там с моим удостоверением? Как что? Ну, вы решили по поводу наказания? А вы разве не взяли удостоверение из отделения? Нет еще. Я что-то не понимаю. Вы что же, ездите на автомобиль без удостоверения? Но... Вы же сами забрали его у меня, оно у вас осталось. Ну, вы должны были в понедельник его взять. Да, должен был, но, к сожалению, не успел. Значит, оно там. Ну, хорошо, я заеду. Стойте. Я попрошу вас выйти из автомобиля. Я не понял. За езду без водительского удостоверения я вас отстраняю от управления автомобилем. Товарищ инспектор, вы как себя чувствуете-то вообще? Выйдите из машины, товарищ водитель. Петр, ты что? Сейчас же прекрати. Не мешайте, товарищ пассажир. Да что же это такое, в конце концов? Какой я тебе пассажир? Прекрати Ваньку валять! Мы тут, понимаешь, в трес спешим, а ты представление устраиваешь? Совсем уже распоясался? Мало тебе проколов и штрафов, ты еще машины отнимать решил? Нет, Василий Кириллович, товарищ инспектор не Ваньку валяет. Он пытается мне доказать, что правила дорожного движения... обязательный для всех без исключения, верно? Но ведь это не всегда так. И вы это знаете, а? Если вы сейчас же не выйдете из автомобиля, я вас задержу за неповиновение законному требованию работника милиции. Товарищ не понимает. Хорошо, придется объяснить. Но я обещаю вам, что и машину, и права вы вернете мне сегодня же. Лично. Такси! Вы что, действительно не понимаете, что происходит? А что происходит? Я приглашен в ваш город. Я выбил 1,5 миллиона на станцию. Она работает сейчас лучше, чем работала до меня, и лучше, чем будет работать после меня.
Неужели вы не понимаете, что я не мог бы этого сделать, если бы чего-то не нарушал? В том числе иногда и правила дорожного движения. Ну и что ж, теперь мы вынуждены тратить время из-за формалиста? А вы, как начальник райотдела милиции, совсем ничего не можете сделать с простым инспектором? Да вот не могу! Не могу! Хорошо ли это, Федор Антонович? Да плохо. Ты знаешь, как я с женой развелся? Я домой пришел под утро, однажды, ночью. Ну, ночевать не пришел. Ничего особенного. Встретил одноклассники, друзья, там посидели, выпили преферанс. Вот. Домой вернулся, она ничего не спросила. А я ничего не объяснял. А через неделю, или, может быть, через две, она сама домой ночью не пришла. Почему она у мамы была, у моей, позвонила ночью, чтобы я не волновался. Вроде как в отместку. А на другой день мы развелись. Потому что... мне можно, а ей нельзя. И в жизни так же. Одним что-то можно, а другим нельзя. Понимаете, а? Понимаешь, я не живу последнее время. Я не живу. Я занят мерзостью, понимаешь? Мерзостью. Мерзостью. Я должен заниматься тем, чтобы тебе объяснить, что есть люди, которые живут по иным законам, нежели существуют для других. Ты заставил меня этим заниматься, понимаешь? Ты заставил меня это делать. Я занимаюсь твоим спидвеем, чтобы тебя выгнали из секции. Это же отвратительно. Твоей сестрой, которую я в глаза не видел, я не знаю, она милый человек, может быть, но я вынужден заниматься этим, потому что ты не хочешь ничего понимать. И на ковре ты стоял, и вызывали тебя, и ругали тебя, и арбуз тебе вставляли. Ничего ты понимать не хочешь. Не хочешь понимать? Я должен заниматься этим для того, чтобы тебе объяснить те законы, которые ты сам прекрасно знаешь. Ну, я знаю, что если я на своем месте такой, а другой на своем месте... тоже такой же. И еще там, и еще, то может и будет как надо. А спидвейт накрылся, бог с ним. С сестрой разберемся. Буду глотать пыль на этом драндулете. Дело не в этом. Дело в том, что я такой, и другим быть не могу. И не буду. Господи, сколько же у тебя в жизни разочарований-то еще впереди?